Главной задачей областного и муниципальных центров управления регионом является быстрое решение проблем населения, минуя бюрократию и длительное принятие решений со стороны власти. Ежедневно в структуру только на городском уровне поступает порядка 200 обращений граждан, касающихся проблем здравоохранения, соцподдержки, городского благоустройства и других. Одна из задач Центра управления регионом, это вот наша методология, это ускорение решения тех задач, которые действительно можно решить быстро. Там, где проблема решаемая, там, где проблема требует небольшого времени. Сейчас по платформе обратной связи «Госуслуги решаем вместе» у нас все сообщения рассматриваются не более 20 дней календарных. Вот, и 67% категорий относятся к так называемым фаст-трекам. Это то, где ответ гражданину приходит через 7 календарных дней. А вот все вопросы, касающиеся пандемии коронавируса, решаются в течение суток. Отмечу, что ЦУР работает без выходных. На совещании с муниципальными центрами управления региона по итогам работы за первые 6 месяцев текущего года обсудили как успешные решенные проблемы населения, так и проблемные моменты в самой отрасли. В данный момент у нас работает больше 3500 сотрудников и создано почти 1100 личных кабинетов. Ну и понятно, что заведение организации в систему обратной связи будет продолжено. Напомню, что городской и муниципальный центр управления регионом занимаются решением проблем по обращениям граждан. За первое полугодие 2021 года обработано порядка 30 тысяч сообщений, поступивших в ЦУР через каналы социальных сетей и формы обратной связи на межведомственных государственных сайтах. Антон Никонов и Герман Баранов, Улправда ТВ.